Московская, Монетная, Алых Роз. Каких только названий для улиц не придумано в новом микрорайоне Дальнего. Вот эта улица носит гордое название Крымская. И каждый день в автопробег по ней отправляются десятки автомобилистов. Но, по-моему, до самого полуострова Крым по России было бы доехать проще. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Выхожу, блин, по колено грязно, машины ездят, даже не притормаживают, падаю все время, смотрю, грязь. Это еще хуже было. Сейчас вот немножко снегом так примерзло тоже, а так вообще нельзя пройти. И машины порой здесь заторы образуются, что не могут разъехаться машины. Заселили, а инфраструктуры вообще никакой. То есть ни дорог, ни каких-то либо детских площадок. То есть детей здесь очень много. Более 80% здесь живет молодые семьи. И на каждую семью приходится там 1-2 детей. Это точно как бы. И представьте, где детям гулять. То есть у меня ребенок, катаясь на велосипеде, она приезжает в каком виде. У меня племянник вчера пошел, упал. Мы его отстирывали, каждый день эта стирка. У меня сестра автолюбитель. У нее есть машина, она порой ездит и порой даже не может поехать. Она говорит, я боюсь по этим грязным лыжам ездить. Она там вот на перекресточке, как на асфальт выезжать, была яма. Они даже эту яму неделю закапывали. Неделю, пока всем народом сюда с копом не подошли, не пожаловались на них. Звонили в администрацию, в ЖЭК, в департамент городского хозяйства, друг на друга перекидывают ситуацию, все, никто не хочет заниматься. Нам хотя бы не асфальт, а чтобы отсыпали или почистили, вот жижу эту все сгребли. Нам сказали, что будут асфальтировать Алых Роз, Шибунина и еще какую-то улицу. Но мы считаем, что это нецелесообразно делать те дороги, потому что основной поток машин здесь идет. И люди, которые ездят на Монетные, вот на синие дома, они ездят все по Первомосковской, по асфальтированной дороге. Российская дорога, семь загибов на версту.